И в продолжении темы глава Ленинского городского округа Дмитрий Оборенов пригласил мотоболистов видновского «Металлурга» на дружеское чаепитие, на котором поблагодарил спортсменов за победу в Кубке России. В начале мероприятия глава муниципалитета поздравил игрока «Металлурга» Никиту Маркова с днем рождения. Так совпало, что сегодня спортсмен празднует 22-летие. Конечно, нужно сейчас сделать, ну, на мой взгляд, задачу, чтобы на вас собирались такие полные трибуны. Надо к этому идти, чтобы, тем более, народ соскучился очень в этой пандемии. Все устали дома сидеть и так далее. Всем хочется мероприятий. Ну, кто-то из великих, кто говорит, ну, перефразировал, мотобол играет, говорит, все, а выигрывает «Металлург». Во время встречи Валерий Нефантьев представил главе каждого игрока «Металлурга», рассказал о его достижениях и заслугах. Также познакомил и с молодыми игроками, которые уже несколько раз становились победителями первенства России среди юношей. Тимофей Гусарев. Тоже левша, в левша в мотоболе вообще дефицит, потому что в основном правши, а левша – это дефицит. Вот у Тимофея он как раз левша. Стоит отметить, что видновский «Металлург» – самый титулованный мотобольный клуб в России. И пока ни одна команда в стране не может составить ему достойную конкуренцию.